Фигуранта дела об обрушении казармы в Омске полковника Олега Пономарева перевели на службу в Рязанское училище ВДВ. Поскольку свою личную Ниву офицер оставил друзьям, в аэропорт его привез председатель Омского отделения Союза десантников. В распоряжении начальника военного училища Рязани экс-командующий учебным центром ВДВ поступит уже в ближайший понедельник. Тогда же будет решаться вопрос о том, какую должность он там займет. Ну а до понедельника полковнику предстоит пройти допрос в военно-следственном отделе в Москве. Информация о том, что Олега Пономарева планируют перевести в Рязань, появилась после того, как его адвокаты представили данные новой экспертизы. Она, по сути, опровергла вину полковника в превышении должностных полномочий, повлекшем гибели 24 солдат-срочников при обрушении казармы в поселке Светлом, это под Омском. А сейчас защита Пономарева намерена требовать прекращения дела в отношении него.